туда. Понимаешь? Угу. Вот, дорогие друзья, закончили съемку. И вот такой вот собачишка. Такой вот малышок. Красава, давай, братан. Туда. Приветствую вас, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня я хочу вам рассказать про катушечку Shimano Casitas 151. Пришла она мне неделю назад. Я уже половил с ней, разловил ее, размочил. Ну и хотел бы вам рассказать свое мнение. Ну и вообще рассказать об этой катушке, поскольку действительно много разговоров ведется. Кто-то очень сильно критикует данную модель, кто-то положительно сказывается. Вот, но у меня сложилось впечатление хорошее. Заказывал я ее на Алиэкспрессе. Ссылку я потом добавлю, где я ее брал. У Минго. Катушка приехала хорошо упакованная. В картонной коробке. Между ней была прокладка целлофана. Потом коробка от катушки. И еще в коробке сама катушка была упакована в пупырчатый чехол. Продавец пошел навстречу нам в Беларусь. Сделал все как положено. Ну, вы понимаете, о чем я. Вот. Ну, в общем, пришла как бы все хорошо. Шнурочек я намотал сюда UGK Upgrade, 8-жилочку, 1,2. Шпуля довольно-таки глубокая, я намотал все 150 метров и заполнил только чуть больше половины шпули. Вот, ну, чтобы не утяжелять, я ни бэкинг, ничего не подкладывал. То есть вот, как есть, так есть. Это вот 1,2 по Японии, 150 метров. Сама катушка компактная, маленькая, удобная. То есть в руке лежит хорошо, вот на этот клюв удобно ложить палец. Внешняя регулировка центробежной системы SVS Infinity. Ручка 85-ка, вполне комфортно, то есть и не маленькая, и не большая. Вес катушки 190 грамм. Ну, в общем, это все в описании, как бы в коробке, на коробке можно посмотреть написано. Что касаемо работы с приманками. Данной катушкой я бросал от 3 грамм. 3 грамма, конечно, не очень удобно, но вот комфорт реально как бы можно ловить, это вот 4 грамма плюс приманка. Сейчас у меня стоит 4-граммовая вольфрамочка и там 1,5-дюймовый тесторочек. То есть вполне себе комфортно, то есть метров 25 стабильно улетает. То есть да, приходится как бы немножко поиграть с настройками, но это все дело как бы если человек с опытом, буквально сразу же. То есть сейчас у меня внешняя система регулировки стоит на двоечку. И осевик, осевой тормоз довольно-таки сильно поджат. Если мы нажимаем, еле-еле-еле, вот такой вот даже с притормаживанием, как бы, вот приманка висит. Заброс довольно-таки комфортный. Сейчас у меня удилище, это фаворит Synapse BFS 66 с тестом 3-10 граммов. То есть удилище такое, оно параболического строя, я бы сказал, наверное. То есть, ну, такое moderate fast, наверное, может быть, даже ближе к moderate. То есть, ну, в кастинге это удобно для запроса. Сейчас попробуем это пробить. То есть, улетело немножко под углом, но здесь железно 25-27 метров есть. Если еще чуть-чуть отпустить, можно кинуть, выбросить еще дальше, но катушка начинает нервничать. Все-таки 4 грамма это, наверное, максимально комфортный низ, с которым можно ловить. Вот это заброс железно за 30 метров. Вот железно 30 метров приманка улетает. Вполне комфортно, даже не приходилось притормаживать пальцы. То есть, исходя из того, что я сказал, реально 4 грамма это такой комфортный низ. Вверх, ну, понятное дело, с каждым добавленным граммом будет комфортнее работать. И заброс будет как бы более уверенный. Разгон шпули, соответственно, будет тоже более уверенный. Ну, одни, как говорится, плюс. Что касаемо воблеров, я немножечко покидал. Покидал от 76-го сквирела от Jackal. То есть он такой довольно-таки не летун, скажем так. Там нет системы дальнего заброса.
при этом еще диповая лопатка, то есть, ну, он летает, откровенно говоря, плохо. Даже с мяса он летит недалеко. Ну, в принципе, 30 метров я спокойно бросал коркишем, который тестом 5.20. И длиной там 702, по-моему. Да, то есть, ну, в принципе, 30 метров улетает. Более тяжелые воблеры летят дальше. Но с воблерами, как бы, нужно больше внимания уделять настройке внешней системы торможения, потому что как-то вот с воблерами, может быть, заброс у меня не очень хорошо поставлен. То есть, ну, возникают определенные проблемы. Было даже пару отстрелов. То есть, ну, правда, удалось спасти. Вот, отстрелило с куском плетенки, то есть зацепил за него и достал. Вот, а по джигу вообще классно. Если сравнить с той же дайвой татулой, они примерно как бы вот по бросковости, наверное, одинаковые. Только единственное, что вот эта катушка по низам лучше работает. Сюда, если поставить еще мелкую шкулю тюнингованную, то, во-первых, и в этом весе заброс увеличится, и будет комфортно работать уже и 2, и 3 грамма. Поэтому, ребята, $86 цена этой катушки была. Сделано, дизайн мне нравится, удобно, комфортно. Бросает хорошо. То есть цена $85. 86. При этом она пришла как бы без растаможки, без ничего. То есть я очень доволен. Пока что все устраивает. Вот, я хочу... То есть вот этот вот материал, то, что я сейчас вам сказал, я еще хочу вам добавить пару моментов с рыбалки, с этой катушки. Это будет пару рыбалок, ну, точнее, пару моментов с лодки и чуть-чуть стритфишинга. Приятного просмотра. Оцените, поставьте палец вверх и до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пять грамм чебурашка и 2 дюйма визли. На стройке стоит на 2,5 катушечка. А севик довольно-таки так, можно сказать, поджат. До того берега примерно где-то 30-ка, метров 30. Удочка Коркиш 692М. Тест, по-моему, 5.21 или 5.25. То есть, ну, низа палки, ну и, соответственно, низ катушки рекомендуемый. Вот. Под самый берег положил, то есть при желании можно перебросить. И при этом как бы никаких перебежек. И при том, что ветер в лицо. У этих? Но. Да он уже убитый. Не, это фиша. Надо у тебя взять палку попробовать. Потому что я сейчас хочу себе купить тоже такое что-то, ну, грамм до 10. Ну, так и будет впечатлено на какой-то жесткая Ямага. А тест. Ой, тьфу, длина какая. 66. Это 2. Это 1,95 м. Ну, это классическая, по-моему, да, это, наверное, тоже. Есть. Хорош. Найс бас! Найс бас! Это, блядь, тот, который ты выпустил. Не, этот меньше. Ну да, такое. Его погладить надо. Пузик ему почесать.
Погнали, пацаны, его отпускать. Что ты у меня хотел взять? Агарон 110-й. ФСР. Этого? О, бля. Агарон, чао, бомбино. Приел? Да. Кстати, он плавающий, может быть. Животное, бля. Возьми палкой и швырни, попробуй его словить. Есть. Или отцепился. Тянешь. Да, спас. Со второго, Тёма, со второго заброс. Плечонка на узле лопнула. За троих там. Красавчик. Моя школа. Вот, Джакал Сквирл 76-й. Такой пограничный, самый маленький воблер в моей коробке. Вес, по-моему, что-то около 8 грамм. Да, слишком сильно стоял. Нормально. Тридцать метров улетает. Этого вполне, я считаю, достаточно. Вон там. Андрей, вот на втором забросе этой катушкой вы можете что-нибудь сказать по поводу Shimano Casitas? Кидает нормально. Громче? Кидает нормально. На, попробуй. Вытянуто. А? У тебя получается один грузик стоит, да? Да. Есть? Вопрос. Краса. Ребята, палец вверх за такого крупного окуня в черте города Минска. Ну реально, это достойно лайка. Вот он, красавчик. Минский мордатый окунь. Да, мой братан. Там ракушник, походу. Только что ракушку вышло. Мося? 4 грамма. И Мося 2 дюйма. Тот же самый монтаж Джек Рига в 4 грамма и Моси в 2 дюйма улетал по ветру примерно под 40 кет.
О, ну, блин. Мелкий. Ну, ты знаешь, только все-таки бывает, что сейчас он мелкий. Там вообще тык-тык-тык. Есть. Да, я. Рыба это вообще или нет? Рыба. Судачок. О, видишь? Придаю. Стой, ты мне сейчас лодку запэцкаешь. А набитый весь, отъевшийся. Ну. Вот такой. Домой его. Моська нам принесла результат. Вот не знаешь, что поставить, ставь мось. Не прогадаешь.